Трехтонного белоснежного носорога зовут Бонни. На арене Рязанского цирка он впервые, но это актер со стажем. Ему 8 лет, 4 из которых он провел на манеже. Как говорят артисты-дрессировщики, носорогов нет ни в одном зоопарке мира. Полюбоваться на него удастся только в яркой цирковой программе под названием «Гиганты Африки». Как отмечают артисты-дрессировщики, другое название у программы – «Носорог Бонни и его друзья». Ведь здесь представлены разные животные Африки. Есть и хищники. Это белые львы Алжира и золотые тигры Суматры. Львы и тигры. Это несовместимые животные, в принципе. В некоторых группах допускаются такие смешения. Мы пошли в свое время на эксперимент, но мы постарались сделать ее разноцветную. Мы очень хорошо сотрудничали с Африкой. Тут привезли белого вот этого львенка, который вымахал сейчас прекрасного льва, Джерри. Там же, оттуда же приехал бенгальский белый тигр, наш Петрик, великолепнейший. И потом стал вопрос, и получилось, как бы с одной стороны сидят белые, с другой рыжие. Дети воспринимают перемещение, прыжковую работу, когда прыгает белый лев, за ним белый тигр. Это завораживает. Гиганты Африки – это яркое и неповторимое зрелище, которое говорит само за себя. По словам артистов-дрессировщиков, здесь зрители видят гуманную дрессуру. В работе с животными исключили палки, крюки и другое. Носороги, например, дрессуре и вовсе не поддаются, но их можно вырастить. Так Бонни до 2 лет вскармливали молоком на африканской ферме, где спасают животных. С тех пор носорог плавно влился в цирковую труппу и теперь своими номерами радует зрителей. Носорог понравился, да. Конечно, носорог. Вообще мы больше всего любим с животными. Конечно же, носорог. Ну, необычно, потому что носорог дрессировать, ну, это даже непонятно как. Ну, носорога увидеть на сцене, это вообще нереально, по-моему, было. Невозможное счастье, не знаю, прям. Номера с животными чередуются с выступлениями артистов. Под купол взмывает гимнастка на обруче, от трюков которой у зрителей захватывает дух. Поход в цирк – это всегда праздник, прикосновение к чуду, как для детей, так и для взрослых. Особенно, если в программе принимают участие самые необычные животные. Устройте своим детям праздник уже в эти выходные. Программа «Гигант Африки» будет идти в Рязанском цирке до 1 декабря. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».